мама хочет, чтобы я выступал. Я тренируюсь, но молодец. Я там занимаюсь, такие поделки делаю. Там кукаются, там, и там ходят, укан за ноги бьют. Занимаюсь, он будет сильно. Матери – это праздник такой для всех дочек и для всех мам. Мне мама говорит, не поти. Футболку. Они нас посчитали потом, а потом начали мы тренировку. Мама приготовила нам мне кашу. Рисовую. Картошка с молоком и с мясом. Я люблю суп. Мама мне каждый день варит. Каша была вкусная. Очень-при-очень. Мне мама приготовила борщ. Булку. Туда она засунула вот колбасу с сыром. И она вот поставила в микроволновку, и там сыр расплавился, и было очень вкусно. Она только ходит на работу в ночную и утром. Она только в физкульте занимается спортом. Она на работе всегда. Она занимается стойка на лопатах. Чтобы быть худой и нормальной. Она любит смотреть кино на своем компьютере. Она свои ногти красит. Готовить. В бассейне плавать со мной. Отдыхает, смотрит телевизор. Она еще любит банан есть. Она любит праздник. Попрошу мультики посмотреть. Щенка. Спасателя. Рюкзак новый купить. Конфетку. Делать братика. Она говорит, спи, мой зайчик. Спокойной ночи. И целует меня, и мажет губы. Она колыбельную поет. Читает сказки. Делает. Я подаю маме цветы. Сережки новые. Еще. Мы все-таки делаем дома поделки. И еще новую чашку с деньгами. И у нее красивое яйцо. То, что она любимая. Потому что ее так называют. И у нее красивая кофта. Потому что она хорошая, любимая мамочка.